Скажем, нет проблемам выпадения волос. Люди, страдающие проблемой облысения, могут восстановить и укрепить свои локоны окончательно. А это они могут сделать в специализированном медицинском центре 101. Приглашаем всех лиц, у которых есть проблемы с волосами, обратиться к нам. Мы поможем определить тип волос, проведем компьютерную диагностику, оценим состояние волос, поставим диагноз, оценим степень потери волос и определим длительность курса и дадим гарантию. Гарантия будет индивидуальная. Кому-то 10%, а кому-то 100% рост волос, восстановление волос. На сегодня проблемой выпадения волос страдает почти каждый третий казахстанец. Таким людям, в свою очередь, помогают специалисты медицинского центра 101. Подобные оздоровительные центры есть в Астане, Алмате, Актюбинске и Усть-Каменогорске. Центру восстановления волос уже 10 лет. Мы открылись в Алмате в 2002 году, в 2012 декабре нам было 10 лет. Кроме того, специалисты медицинского центра 101 продемонстрировали на семинаре по трихологии уникальную серию лекарств. По словам директора специализированного центра Жанаты Асылбековой, данная серия поможет каждому клиенту. 101 – это целая серия средств по уходу за волосами. Средства у нас – это спиртовые вытяжки лекарственных трав, где-то 10 наименований, специальные лечебные шампуни к ним прилагаются. Таким образом, в узкоспециализированном медицинском центре 101 квалифицированные эксперты проведут компьютерную диагностику, помогут выбрать индивидуальную программу лечения, облысения и профилактики выпадения волос. А также каждый клиент центра получит индивидуальную гарантию восстановления роста волос. В свою очередь, специалисты центра накануне провели семинар и пригласили врачей, дерматологов и эндокринологов, которые выразили свое мнение об уникальности данного оздоровительного центра. Ну, сама идея, что у нас появится первый центр трахеологии, я думаю, это уже продвижение, это возможность нашим пациентам где-то целенаправленно обследоваться и лечиться. У нас нет той возможности, которая у нас есть здесь. Они могут заниматься именно одним пациентом, одной патологией. Нурила Туржана, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.